Московские коньки. В этом традиционном турнире фигуристов приняли участие спортсмены 11 стран. В нынешнем году он стал для них серьезной проверкой перед зимним олимпийским сезоном. В танцах на льду лучшими были москвичи Людмила Пахомова и Александр Горшков, двукратные чемпионы мира и Европы. Чемпион Советского Союза Сергей Четверухин занял первое место в одиночном катании. Победителями в парном катании стали двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, которые вновь порадовали зрителей своим мастерством.